Весна идет, весне дорогу, решили жители Самарского района и с самого утра вышли во двор поквитаться с зимой. Вооружившись кирками, лопатами и метлами, они бойко разбивали наледи и разгребали снежные залежи. Двор 25-го дома по Некрасовской находится на теневой стороне, но если помочь, то снег растает быстрее. Чтобы наши дети в чистоте, и наших детей надо тоже приучать к чистоте, к порядку. А то мы говорим чистый город, а сами вот пачкаем. Весенняя уборка – возможность совместить приятное с полезным, говорят жители. Навести порядок и заодно поговорить о том о сём между делом. На свежем воздухе, вот, о своем коллективе, вот с кем мы общаемся. Даже здорово. Сближает даже, да? Да, конечно. Нет, ну вот мы уже много лет вот так вот выходим. Несмотря на то, что солнце особо не балует, жители не ждут хорошей погоды. Уборку проводят в несколько этапов. Сначала со снегом расквитаться, потом уже можно браться за мусор и пыль. Люди сами, без приглашения, без всего, сами вышли, уже убрались, и у них уже чистые дворы. Угу. То есть там не надо им никаких ждать каких-то субботников, там, я не знаю, там. То есть сами вышли, убрались, потому что, мне кажется, когда ты живешь в чистом дворе, мне кажется, самому как-то даже приятно. Эти жители не ждут, пока к ним придет дворник, а сразу берут инициативу в свои руки. Причем не только во время массовой генеральной уборки города, но и круглый год. Красивый и чистый двор – заслуга тех, кто здесь живет. Марина Матвеевна, Максим Гусев, события.